Здравствуйте. Директор патрульной службы, сержант Саян. Можно водить пистолет, нет машины. Кажется, мне приезжал водитель. Ты напиток не пьешь сегодня, не принимали? Операция у нас проводится, так немножко можно вообще добраться. Как с огромными напитками. Это не работает. Вы выпивали, да? Конечно. И сейчас вы в нетрезвом виде? Конечно. Да мне вон дали ребята с остановки погонять вот отсюда, около километра. Понятно. Проехал. У меня ни прав нет ничего. Ну садись так, мне кажется, если вы видите. Стой, догнали! Да кто не садись так? Кто такой, на***? Всех дорог суд, полиция, город. Что проблема у вас? Проблема? А у вас что? К вам вопросов никаких нет. Откуда мы знаем? С Князева, да? Ну так. Все. Угу. Мы сидели, ну кого? Ладно, выпили. Сам понимаешь. Ну. Вон деньги нужны, да? Вон деньги нужны. Нет? Конечно. Нет? Нужно? Ну, скажи, сколько просто и все. Чего сколько? Да. Предлагайте противозаконные действия, знаете? Я знаю. К вам претензий нет, еще раз смотрю. Я тебя понял. Ну. У нас никто не пьет вообще, где да пьет. Это с Кингисеппа, да? Ну, так а что ты тогда впариваешь? Кингисеппский. Ну, я тебе говорю, что ты впариваешь. Бесполезно. Как бы им хорошо, нам хорошо будет. Не решишь. Не решишь, Дима. Hello, Moscow. Это кому? Да, я из Москвы. Мне брат родной в ФСБ. Могу, кстати, данные назвать. Да, знаешь, когда это говорят, лицо не закрывают. Здрасте, я без макияжа, извините, пожалуйста. Фамилия моя. Позвольте. Какие классные молодые люди. Слушай. Поехали в Москву. Я тебе ФСБ к брату пристрою. А ты сидишь тут бедный, блин. Протоколы составляешь вообще, да? Прошло 20 лет, я сюда приехала и вижу такую охренительную панораму. Когда, с каких веков тут вообще ГАИ стало ездить? Вроде даже дорога как-то не для вас. Честно, вы должны беречь госпредприятия, да? Ну, как-то должны это заботиться. Да. Вот слушай, вас хотели же назвать этими. Подожди, я даже сейчас вспомню. Я не поленюсь, я мозг напрягу. Вы ГАИ, а хотели вас назвать вот по-любому. Респект Владимиру Владимировичу. Кстати, моему папе. У меня папа Владимир Владимирович. Ну так не Путин. Ну ты снимаешь, да, такой вот весь крутой репортер. Ты иди снимай столовые Санкт-Петербурга, где жрать невозможно, где реально Лена Летучая права, что это говно собачье, там мясо по 6 лет в заморозке лежит. Ну, красавчик мой.
Иди сюда. Ты женат, ты разбил мне сердце. И ты женат. Сердце разбивает. Ну, не, ну зачем? Ну, ребят, ну все мы людям, блин, ну все ошибаемся. Ну вот я клянусь, я виновница Рождества, торжества. Ребят, выпишите все мне. Вот, ну вот клянусь. Давайте, я нормально зарабатываю, я выплачу все штрафы, ну пожалуйста, ну оставьте людей в покое. Ну, ребят, вот на самом деле, вот вы сейчас лишаете того, что ну, человеку необходимо для жизни. Ну, ребят, мы можем реально дружить, реально. Нет, я не подлизываюсь ни для того, чтобы вы там все дела сделали. Ребят, я очень адекватный, нормальный человек. Ну, гаишники, блин, ну, люди всегда были. Ну, вот честно, клянусь, ну, вот, и все. И мы одного цвета заметим. Ну, я чуть-чуть, там, это, смуглее вас, там, ну, это, в Москве погода кипит, а, ну, слушайте, я вам обещаю самую классную погоду, буквально через несколько дней, я клянусь. Как в Москве, я... Нет, я приехала с Москвы, привезла вам погоду, кстати, начались дожди. Ну, ребят, ну... Уступите место даме. Ну, пожалуйста. А чего прибор-то убрали? Я ничего не убрал. Вы, у вас есть признаки опьянения, да? Запах алкоголя, окраски, кожный покров лица, то есть... Промилишь, фамилия, надо... Подождите, подождите. Пока вы отстраняетесь от управления, правильно? Может, прибор не покажет. Пока вы отстраняетесь, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, где родились, где прописаны. Мы думаем, на приборе ограничимся. Прибор будете продавать? Да. Но они... Рубочка вскрывается в присутствии вас. В трубочке содержание алкоголя. Ну. Партнер! Будь. Прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Недалеко. Операция не трезвый водитель. Можно водичку стрелять, можно машину давать. Дозор играем. А что играете? Дозор, не знаете, ночная игра такая. Ну, вот. Такой забор, вы, не? Ну, это команда так называется. Я понял, в чем смысл игры? Пьяный водитель не участвует? Нет, пьяный не участвует. У нас только пассажиры пьют. Ты же такой, нет? Да, нас 11 команд. Собственник машина, да? Да. Отлично. Служба сержант Сталин. Операция нетрезвый водитель. Можно быстренько эту машину. Отлично. Прям так близко.
Доброе утро. Доброе. Из Петербурга в полицию Егору. Операция «Интерес за водителя» проводится. Документы принимали? Ваши, можно посмотреть? Мои? Номер, фамилия, имя. Причина остановки, не напомнишь? Сказал, операция «Интерес за водителя», помимо этого, пассажир сзади не приступил к ремням безопасности. Статья 12.6 кодекса РУ со знаком правонарушения. Право в размере 1000 рублей. Вопросы есть по данному правонарушению? По данному нет. Нет, ну, есть ситуация. Давайте пройдем. Как будем проходить? По прибору просто комби? Есть сертификат, прибор, все. У нас. Либо мы поедем в больницу. Куда мы не поедем? Давайте вот здесь на месте. Конкретно мне. На месте вот здесь. У нас есть сертифицированный. Смотрите, если все у вас оставят, здесь написано, что русский закон владеет. Здесь за статьи, то, что я вам сказал, здесь закон. Раньше штраф за административное нарушение 1000 рублей, который платит в течение 20 дней, штраф может быть оплачен полсуммы, 500 рублей здесь вот указано. От сегодняшнего числа. Все, всего доброго, счастливо, пришли, до свидания. Сейчас прибор произойдет самотестирование. Сейчас после звукового сигнала я вам дам. Сильнее дуйте. Установлено состояние алкогольного опьянения. Ну что, про сбор сейчас скажу. Да, протокол. То, что вы передали транспортное средство гражданинке Бадягина Оксане Викторовне, находящейся в состоянии опьянения. Так, объяснение будете куда-нибудь писать? Нет, не факту. Можете просто подпись поставить, что вам давалось это право. Вот здесь. Да, вот здесь. Да. Дальше сейчас расскажу. Просто это есть причина, которая вас... Да нет, может объяснить это? Просто хочу... Не, может, здесь сказать причину, которая вас оправдывает, поэтому как бы... Просто хочу жену заставить отучиться на право. Ну, сейчас так и напишите, что проблем нет, если это так и есть. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Нету. Нету. Очень хорошо. Все на камеру записано, так что вы зря улыбаетесь. Сядьте, пожалуйста. Не надо, не надо. Присядьте. Сядьте в машину. Присядьте. Что, у нас все на камере записано. Вот, на какой камере? Вот на камере, которая в машине, вот, которая вот еще одна камера. Да перестаньте, вы, боже мой. Документов нету, все, присаживайтесь в машину. На гастарбайтера похож? Я говорю, что вы гастарбайтер, что ли? Ну так а что? У вас водительское удостоверение должно быть. Документы на машину. Я не за машиной был. Да вы что, не за машиной? И СЕПа. Господи, боже мой, вы своего района. И вы не вы. И что теперь? И в нашем районе можно на ушах, что ли, стоять теперь? Я всех каждого буду тут это самое, что ли? Мужчина, хоть раз можно вам уже повторять. Машину присядьте, пожалуйста. Я вас тоже водитель. Просто попросил. Это все, это уже отдел, я думаю, что придется. Приемный. Вот, 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 У нас на камере все записано. Вы что, вот у нас камера стоит. Вот одна, да. Вот вторая камера стоит. Вопросов нет. Все, нет. Камера покажет. Все покажет. Судье все покажет, не расстраивайтесь. Вам все объяснять, вам все объяснят. У вас есть признаки алкогольного опьянения. Но вы отсюда никуда не уедете. Я не управлял. Нет, мы будем здесь. Мы никуда не уедем. Если человек не захочет никуда уехать, то мы никуда не уедем. А если он захочет куда-то уехать, значит он уедет. А вот сейчас мы побеседуем с вами, вы потом сходите в туалет. Вы меня хотите лишить чего? Мы не имеем права ничего лишать. Сейчас вы не за рулем, правильно, вы из-за руля вышли. Присаживайтесь, пожалуйста, вам тогда бояться нечего. Применена физическая сила и спецсредства, ограничивающие ваши действия и возможности. Товарищ капитан, присядьте, пожалуйста, в машину еще раз. Потом мы вашу просьбу выполним.
Присаживайтесь, Дмитрий. Присаживайтесь, все будет зависеть от вас. Так мы за пивом приехали, ёшкин кот. Я захотел пиво. Ладно, вот сейчас... Город Кингисепп. Вы мне сейчас условия, что ли, ставить? Нету. Он поехал, а я сел. Да? Где вы сели? Да. Ну, по дороге. Вы с ним ехали за рулем? Ну, он за рулем был, вы сидели сбоку, да? Да. Да. Даже если мне сейчас позвонит Владимир Владимирович, я даже ему так же скажу. Конечно. Вы что, Валентина? Все, Димон себе набегал. Ну, скажите, а зачем вы вообще убегали от полицейских? Ну, уже? Потому что я считаю себя виновным. То есть не считаете виновным? Нет. Ну а то, что вы были за рулем? Я не был за рулем. А, понятно. Я не был за рулем. Мы поехали, пацаны из Финляндии приехали отдохнуть и все. Угу. Они спросили, где можно купить пиво, я сказал, на заправке. Прибыли? Ну что, фамилию, имя, отчество будете называть? Не будете называть фамилию, имя, отчество? Ну и не надо, подумаешь.